Сейчас у многих людей в преддверии лета остро встал вопрос, куда ехать отдыхать на моря, а у некоторых, как же теперь ехать в Турцию. В общем, поговорим, что будет с курортным сезоном в Турции в 2023 году. Вы на канале Turki Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Шестое февраля сильно повлиял на многие сферы жизни в Турции. В том числе курортный сезон на грани срыва, а по мнению некоторых экспертов в сфере туризма в Турции и вовсе сорван, так как отели курортных зон Турции заняты под размещение пострадавших людей от землетрясения, а это ни много ни мало 75 тысяч человек. Плюс ко всему прочему, страх людей ехать в заведомо опасное место на отдых. Работа над решением первой проблемы властями ведется. На сегодня уже представлены две идеи решения вопроса. Первая из которых – переселить людей из отелей курортных зон в отели на горнолыжном курорте. У них как раз сошел уже снег, однако отели горнолыжных курортов вмещают только 15 тысяч человек. А как мы знаем, уже отели курортных прибрежных зон занимают 75 тысяч человек. Угу. Куда еще 69? Вторая же идея под названием «Мой дом, твой дом». Суть идеи заключается в следующем. Если у вас есть вторая квартира или дом, то вы можете сдать его в аренду беженцам по адекватной цене, а счета за коммуналку будет оплачивать казна местных губернаторств. И думаем, что проблему занятых отелей властям все-таки удастся решить. Но вот как успокоить людей и заверить их в безопасности, так как точную дату буйства природы никто сказать не может? И это уже привело к тому, что туристы массово отменяют рейсы и аннулируют туры. И сейчас уже заметно начал страдать Стамбул, на долю которого пришлось максимальное число отмены рейсов и аннулирования туров. И на этом фоне многие отели и гостиницы Стамбула сейчас уже снизили цены на 20%. Рестораны и кафе же недополучают сейчас свой доход, и в центре заметно меньше людей. Власти Стамбула заявляют, что отмечают уже потерю дохода городом от туризма в размере 70% по сравнению с прошлым годом. У Турции явно черная полоса. А вы как? Боитесь ехать в Турцию? Напишите об этом в комментариях. Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией «Суперспасибо», чтобы поддержать наш канал. С вопросами по аренде квартиры можете обращаться на наш сайт, указанный под видео. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!